Они существуют лишь несколько секунд, затем лопаются, но за это короткое время успевают подарить много положительных эмоций. Мыльным пузырям в Серпухове посвятили праздник в Комсомольском парке. Его организовал городской совет депутатов. Конкурсы, песни, танцы и, конечно же, множество мыльных пузырей самых разных конфигураций и размеров. Даже четвероногим в этот день было интересно, и они становились на задние лапы. Один юный романтик предложил даме руку и сердце, но та восприняла это как мыльный пузырь. В творческой части праздника приняли участие дети из Серпуховского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Александра Сафронова в этот вечер не только танцевала, но и исполнила финальную песню. Это радует, что вовлекаются и дети, которые находятся сейчас в социальном реабилитационном центре. И чем больше, мне кажется, будет таких мероприятий, тем лучше для детей. Потому что улыбки вы видите, настроение видите. Эмоции, то, что я спела, создала всем настроение, улыбку там подарила.